Виктория Лопырева уже совсем скоро впервые станет мамой. Незадолго до родов она вместе со своим возлюбленным, Игорем Булатовым, уехала в Майами. В декабре пару подловили папарацци на одном из местных пляжей. Виктория с избранником держались за руки и выглядели очень счастливыми. Теперь же Виктория сама показала любимого в личном микроблоге. Модель поделилась снимком, который сделал Игорь. Он виден в отражении зеркала за спиной у Лопыревой. «То, как я смотрю на тебя», — романтично подписала фото Виктория. Модель выглядит на фото совершенно счастливой и влюбленной. Несмотря на это, она призналась недавно, что не боится остаться одна. «Любовь — это чувство свободных людей, и тем оно прекрасно. Ни штамп, ни дети не удержат рядом с тобой мужчину, если ему с тобой скучно», — сказала она. Кстати, на днях модель раскрыла секрет, которых интересует многих ее подписчиков, как же ей удалось не набрать слишком много лишних килограммов в беременность. Лопырева не скрывала, что во время ожидания ребенка ни в чем себе не отказывала, ела, что душа пожелает. «Только осенью я задумалась о том, что беременная женщина как-то по-особому должна за собой ухаживать. Стала плавать много, ходить пешком и выбирать специальные продукты для кожи, чтобы не было растяжек», — поделилась секретом Виктория. «До сих пор делаю массаж, хотя говорят, нельзя уже», —